Первая часть, конечно, мне очень понравилась. Я не поведал, так, никто не поверил. Марко Поло, в общем, не успел я там прочитать. Ладно. Что произошло? Это кровь. Моя кровь, море моей крови. Опять Дрейк куда-то попал. Какую-то заварушку. Что? О, нифига себе. Вагон поезда, короче говоря, и он с него падает, так сказать. Капец, вот это начало, вот это начало, я понимаю. О, черт. Между молотом и наковальней. Первая глава, поехали, ребята. Куда бы прыгнуть-то, а? Надо куда-то подтянуться ему наверх. Да? Вот здесь, наверное. Ой-ой-ой, куда поехал-то, блин? Нифига не сюда. Давай обратно лезь. Проснулся, так сказать, в поезде, капец, да? Чуть не улетел вниз. Ну что-то до этого же случилось, куда-то поезд этот ехал. А, вот, все нормально. Ох, ничего себе, так раздавить может же. Камушком чуть не прибило, нифига себе. А там высоко. Так, давай подальше от этой штуки железной, блин, колес этих. И чё, куда? А, вот, все, наверх ползи, давай. Надо быстрее, пока поезд не упал. Пока этот вагон вниз не обрушился. Ну-ка, давай, Дрейк, ползи. Ой-ой-ой-ой-ой, полетело, ничего себе. Ребята, отходите, кто там внизу, вам лучше поберечься. Поэтому я ползу наверх аккуратненько. Хотя там внизу кто может быть-то, никого нет, холода, зима. А, нифига себе. Да ну хорош ты, чё, а? Блин, нам как бы до верха-то добраться, а? Нажмите, чтобы прыгнуть. Давай раскачаемся. Прыгай, Дрейк. О, хорошо, пошло. Походу, обратно в вагон надо залезть. Ничего себе приключение, да, началось. Ну... Давай, резче зал. А, вот сюда, наверное. Резче подпрыгивай. Ой. Только бы не сломалось что-нибудь, я бы вниз не улетел. Надо быстрее. Погоди. Капец, ладно, хоть там кресло было. Да, хорош, ты что еще? Вон улетело все. Нифига себе. Дальше по трубе. Так, как... Все, это кранты. Багажное отделение открылось, что-то посыпалось с него. Что мне делать-то, а? Ребят, тут моих вещей нет случайно, а? А как так я улетел-то, ё-моё? Ладно, хоть не сначала. В чем прелесть таких игр, что где-то хоть маленечко, да какая-то сохранялочка работает. Так, развернись. В окно, потом по трубе наверх. Мы уже знаем, давай. А вот дальше я что-то не понял, что надо было сделать-то. Да, мне надо было прыгануть. Во, надо зацепиться просто было.
Блин, Дрейк, давай побыстрее, пока сюда это все не перевесило, вся эта конструкция. О, хорошо, лестница, лестница, быстрей. Но надо пробежать по этому вагону быстро, пока все не улетело наверх. То есть, наверх, говорю, вниз. Ну, залезай, ну, ё-моё, чё ты как старичок. Побежали. Камон, 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 быстрей. Прыгай. Ну, как всегда, эпически, так сказать. В смысле? Лезь давай, ты чё? Да ты хорош, уже все почти допрыгнул, еще вниз собрался. Не, не пойдет так. Фух! Фух, вот так вот, ребята. Это уже, это получается воспоминание, он что-то пережил такое. Угостишь, морячок? Гарри Флинн! Эй! Как ты тут оказался? Вообще-то ищу тебя. О, мне уже начинать бояться? Сейчас узнаешь. Садись. Есть работенка? Да ну. Клиент желает расстаться с кругленькой суммой, если мы добудем для него некий предмет. Я слушаю. Вот. Тебе опять точно какие-то понравится. У нас приключения начинаются. О нет, ты рехнулся. Стой, стой, послушай. Блин, мы знаем двух человек, которые погибли, пытаясь там что-то... Ну а еще один выбрался. Еле выбрался. Без тебя я не смогу, Дрейк. Тут только ты справишься, и тебе ли не знать... Да конечно, не вопрос, сейчас поедем. Нет, на троих вообще-то. Именно. Сейчас. Помяни дьявола, говорит реально. Что за девушка? Хлоя Фрейзер. Нейт. Хлоя. Дрейк Нейтан. Дрейк. Приятно познакомиться. Привет, Гарри. Хлоя одна из лучших в нашем ремесле. С ней не пропадем. Ну-ну. Смотри. Я все обдумал. Войдем по сточной трубе. Заманчиво. Окажемся во дворе, отсюда влезем по стене. Перебежим по крыше и спустимся прямо в выставочный зал. Все просто. И что, мне за это будет, спросишь ты? Ты уловил мою мысль. Конечно, надо знать, за что мы боремся. Что это? Это лампа? Да. Это смешно. Все ради лампы, что ли, вы чё? Мы тоже. Вот почему разыскали тебя. Клиент ваш просто псих. Ну, чокнутый, которому денег некуда девать. А там, наверное, того, джин в этой лампе. Это не стоит усилий. Это не все. Это не все. Так, давай, что еще будет? Какая я награда? Я надеюсь, ты не забыл латынь, Нейт. А, ничего себе. Где ты это взял? Одолжил. Из архива клиента. В Трапезунде на нас напали грабители. Отец, Мафео и я потеряли свои сокровища. Это написал Марко Поло. Да, но это мы и сами поняли. Но дальше какая-то абракадабра. Погоди-ка. Но печаль свою я скрыл от всех. Я спрятал ее там, где никто не будет искать. Свет великого хана хранит судьбу 13. Видишь, какая ты чушь. Это же потерянные корабли. Да. Эй, я ничего не понял. Марко Поло шел из Китая. На 14 кораблях с 600 людей. Вез дары Хубилай хана. Но к берегам Персии через полтора года он пришел на одном корабле с 18 пассажирами. Он все записывал, все, что видел в пути, но он не упоминает о судьбе пропавших людей и кораблей. Так значит, где-то там ждут своего часа 13 кораблей, нагруженных ханскими сокровищами. Офигеть. Да, вот их ваш клиент и ищет. Посмотрите. Лампа покрыта монгольскими письменами. Это дар Хубилай хана. Свет великого хана хранит судьбу 13. Марко Поло что-то спрятал внутри лампы. Что-то, что может указать. Нам надо найти на ее, по-любому, эту лампу. Ну. Мы же опередим клиента. А конечно, чё, блин, вопрос, говно вопрос, надо идти просто. Ты с нами? Ладно, уговорил, погнали. Ну да. Ведь ничего же страшного. Вот так легко Дрейка уговорить, раз и все, и поехали. Ничего страшного, да, поехали. Давно это... А, это была не предысторика. Вот, уже реальность, короче. Вот я тебе, вот попал, блин, да?
Уехал, блин. Ладно, погнали, посмотрим, что тут вообще произошло. О, как же тяжело идти, давай быстрее. Давай, давай, очухивайся уже. Ой, сейчас деревом еще не хватало, чтобы его придавило. Куда пошел? Ой, лезь! Ладно, здесь прошли, идем дальше. Конечно, весь израненный, что-то по снегу, еще раздетый. Нафиг мне это надо было, попёрся, блин. Открывай. О, погреемся хоть здесь маленечко. Давай, давай растопи чуть-чуть побольше. О, жарко стало даже, нифига себе. Давай резче, что-то медленно идёт. О, пистолет. Пистолет — это хорошо. Давай, открывай. Ну, понятно, надо стрельнуть. Конечно, конечно, заперто, как всегда. Прицельтесь, нажмите, чтобы выстрелить. Окей, открывай. Перезарядить надо. А, что-то больно совсем. А, нифига ты откуда? Куда-то я там попал, короче. Пацана смыло вообще сразу. Ты живой, не? Как будто движется, да? А, ну все, все, все. Патроны заберем, идем. Все как обычно, начинается у нас все заварушка какая-то. Ну здесь хоть, ладно, хоть уже тепло. О, а что за ящик? Может, ящик можно открыть? Нифига, ладно, проходим. Какие-то пацаны здесь в поезде в этом были. За что вот он тут сделал? Я-то понятно, я за сокровищами поехал. А он что делал здесь? Дальше куда? Судя по всему... Судя по всему, куда? Не, погоди. Ну, по-любому сюда. На коробке, что ли? А, да, вот, все. Блин, ему и так туго, так сказать. Еще заставляют по коробкам лазить. О, нифига, вообще высоко полез куда-то. Ну, давай, 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 посмотрим, что. Посмотрим, что здесь. Куда ты? Я вообще не в ту сторону хотел прыгнуть. О, ладно, хоть здесь прям сразу. Нормально. Очередной вагон, который разбитый, так сказать, стоит. Погнали дальше. Здесь что? Здесь ничего, да? А, наверх, наверное. Точно, вон там открыто. Мы же легких путей-то не ищем. Ой, локомотив рванул. Нифига себе, башкой шарахнулся. Больно так-то, блин. О! Вот это жесть. Че, очнется, нет, или все, на этом серия закончилась? Вставай, вставай, чувак. Вот, качали все-таки. Или это что, что-то как-то события такие получаются. Сначала там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Это, наверное, перед походом. Привет, заходи. О, что, сразу, сразу к делу? К делу, конечно, сразу что к делу рассказывай. Что происходит? Ты про Флина? Да, могла предупредить. И пропустить такое шоу? Кроме того, мне было не так просто тебя найти. Ха, уж кто бы говорил. О, ты что, ревнуешь? В конце концов, не забывай, кто от кого ушел. Даже не думай ревновать. Погоди-ка, Хлоя. Если тебя это утешит, в общем, это моя девушка, получается, да? Сугубо деловые. Правда? Ну, практически. Ой. Когда я узнал, бывшая, что так сказать, он напал на след, я подумала, ты не захочешь это пропустить. Что предлагаешь? Как обычно. Крадем сокровища, находим корабли и смываемся. С Флином. Mm-hmm. А потом?
А потом делим добычу, и мы с тобой просто исчезаем. Вместе в этот раз. Вместе. Ясно. Но только он не должен ничего знать. Он разозлится. Он переживет. Я знаю. Угу. Вот так, ну нет, ну ладно, пацану не будем говорить ничего. Так, ладно, продолжаем здесь, в общем. Поползли давай, очнулся, еле-еле вообще, как шарахнуло-то больно, а. Дрейку никто не позавидует. Давай на этом вставай, погнали дальше. А сейчас куда хотят, чтобы я? Куда? Чтобы вон туда, на трубу, что ли? Ой! Прыг! Вот так задачка. Опять над каким-то утесом мы лазим здесь. Чё, внизу? А если опять сейчас так же все улетит? Опять высоко? Ладно, бежим быстрее. Надо, главное, не заморачиваться. Бежим быстрее. Ну, выходи, чё... Да, после такого шиндараха ему вообще туго стало. Прям вообще еле идет. Еле-еле вообще. Еще медленнее стал, по-моему, идти. Да, отлежаться бы ему пару дней бы хотя бы, а? Но нет, надо идти дальше. О, что это такое, ребята? Ну-ка посмотрим сейчас. Какая-то статуэтка. А, это типа клинка какого-то, кинжал, что ли. Ладно, заберем. Слушай, ну, наверное, это что-то из сокровищ, да, походу такой. Сейчас нам расскажут, откуда он взялся, этот кинжал. Наверное, из-за него все проблемы. Стамбул 4 месяцами ранее. А, ну вот мы, получается, еще до этого. Не передумал? Предпочел бы иметь пушку. Не потребуется. Ради собственного спокойствия. Флинн, это просто музейная охрана. И мы знаем ее расположение. Спокойно. Спокойно? Спокойно. Ты представляешь себе турецкую тюрьму? Ты понимаешь, что нас просто запрут и выбросят чертов ключ? Надеюсь, тебе это понятно? Лучше, чем тебе. Может, тебе и нравится такая перспектива, мне нет. Мы не можем допустить ошибку и не допустим. Нефиг у меня пистолет выпрашивать. Давай, погнали. Это здесь. И сюда. Такой самый грамотный, куда идти, знает. Ладно, пойдем за тобой, Флинн. Так что, если мы нарвемся на патруль? Тогда и разберемся. То есть, куда кривая вывезет? Это называется импровизировать. Ах, вот оно что. У меня гибкое мышление. Мышление? Вот ведь самомнение. Вот. Что я вам говорил? Вон там мы проберемся, прямо к музею. Ну, будем надеяться. Конечно. Тебе стоит больше доверять мне. Ладно, я пойду вот здесь. Помните, эта башня – единственный путь в музей. Но сначала надо погасить прожекторы. Разберемся. Электричество надо отрубить раньше, чем мы дойдем до второго двора. Будет сделано. Я буду ждать в машине в условленном месте. Главное, чтобы все успели вовремя унести ноги. Постараемся. Хватит болтать. За дело. Да, хорош болтать уже, пошли, за дело надо браться. Хлоя, увидимся на той стороне. Жду не дождусь. Ты точно знаешь, куда идти? Разумеется, знаю. Напролом. Ладно, ребята, в следующей серии увидимся. Всем пока, поставьте лайк видосику. Мы уже начали играть в Uncharted 2, это очень круто. Все, всем пока.